перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Да-да, вот совершенно правильный комментарий делать. Мемасы. Жду всех у фильма, концерт в субботу, если что, если кто-то не знал. Будет, наверное, не очень много народу, но, в принципе, это не важно. Просто пообщаемся. Буду шутки какие-нибудь шутить со сцены. Ну, типа, как будто я стендапер. Кто был в Казани, поймет. Чем альбом от микстейпа отличается? От души, Серег, сегодня же в 9, да? Ну, микстейп, как правило, бесплатный. Там отдельная история. На самом деле, вообще, обратитесь к этому, за этим вопросом, к... с Иллюмейту, с Кейсей Мяу. Он как-то довольно адекватно это все расписывал. Я даже, по-моему, сам посмотрел про это. Но вообще, в целом, просто разница в том, что там бесплатный, не бесплатный, и там подходы немножко разные к записанию. Когда в Одессу... Блин, очень хочу побывать в Одессе. Вообще в Украине хочу побывать, но пока я вот пытаюсь все сделать свой загранник. Пи-п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 и. Как тебе фанфики про вас с Глебом? Ну, смотри, какой. All money, new force. Yes! Young party, young party. У меня все нормально. Я собрал олимпийский ваших сердец. Swag. Я уже в Уфе. 2 числа, если кто не знает, суббота, бывшие Манкузы. Я буду там петь песни, потом будем тусоваться. И все такое, вообще супер. Фиданулся бы с пошлой Молли. Не знаю, как бы это звучало. Денис, я тут числа до 5-6. Здорово, Артем. Будет возможность сделать с тобой фотку в СПБ. Ну, если у тебя VIP-билет, то да. Православный куст. Приезжай в Кузьмолово. Слушай, Рокки для меня уже не фрешман. Ну, в смысле, я его достаточно давно просто слышал уже. Блин, он прикольный, крутой стиляшка. Вот прямо сейчас. Мне пишет Подилин, говорит, просит сделать проходки на концерт для его двоюродной сестры. Мама, говорит, попросила. Это, знаете, чисто уфимская такая тема. Мне мама написала тоже, говорит, вот у меня подруга просит там, типа, детей своих писать. Я такой, ну, ладно, мам. Ну, типа, вот это только здесь так, мне кажется. Подходят родители друзей, говорят... Пиши, пожалуйста. Я такой, ну, блин, они хорошие ребята. И я такой, ну, ладно. Тра-та-ти. Блин, а тут я, что ли, что-то похорошел, как будто, да, ребят? Поэтому меня целых 154 человека сейчас смотрят. Раньше я был не очень красивым.
смотришь за ФБ4, блин, следишь, точнее. Это мой guilty pleasure, типа, знаете, вот честно слежу. Хафиз, брат, здорово. Бля, во флаг мне свете было хуйня. Мы, кстати, скоро будем опять в Москве выступать. По секрету вам скажу. Я не знаю, они анонсировали это, нет, 16 июня в парке Горького. Также с Федей. Также будет Лаут, будет еще Салуки, насколько я знаю. Может, еще кто-то будет. Так что в Москве чисто между нами. Еще рано, наверное, бухать. Вот через несколько часов можно. Там холодно, блин. Мне 24. Билеты от 500 рублей. Гизбр. Слышал дис на фейс от Лиски, если да, как тебе полное. Я не знаю, это дерьмо, я не знаю, за чего они этим занимаются. Честно, ребят, простите, но, блин, это так тупо. Зачем что-то кого-то дисить, какой-то, какая-то Лиска. Ну, типа, я знаю, кто это, но как будто она только всех дисит зачем-то. Ладно, как бы, да, хватит, это уже не смешно, это не интересно, это не музыка. С радостью бы записался с Big Baby Tape. Но я, честно говоря, соку с ним записываться, он меня уделает нахуй на бите просто, я упаду там прямо где-нибудь. И все, моя карьера закончится. Любишь Беляш или Вак Беляш? Хафиз, люблю тебя. Изи, привет. Здорово, Эдик. Я хайпанул. Хайп. Шарите за хайп. Блин, ребят, вы все вечно пропускаете. Когда вот пишут, когда шмот на DopClub появится? Он был, ёпты. И еще есть, между прочим, там. Так что заходите на сайт dopclubworld.com. Быстро-быстро покупайте нахер все, потому что это ультра-редское дерьмо. Не, Эдик, я уже дома. Смотрел. Вчера еще на Дэдпула сходил. Дэдпул мне больше понравился, если честно. Умер Джен, ёпты. Скоро трек, да. Я вот сейчас мы с Рами... Это вообще, ну, кто увидел, может, на прошлой неделе или на позапрошлой. Я чекал сниппет здесь один. Ну, ставил просто трек в сторис. И это самое... Что хотел сказать, скоро выпустим, короче. Это вообще трек с Рамиля релиза. Рамиля из Loud, ну, то бишь, как Дэм. Я думаю, это будет как первый сингл с его релиза. Презентуем это все у нас в паблике, бла-бла-бла-бла-бла. Вот, сейчас нам просто с обложкой определиться. Я что-то пока в больнице лежал, мне было немножко не до этого. Вот, выложим простая такая хорошая, добрая песня. Ничего больше не могу сказать. God damn. Эдик Фокс, альтер-эго Эдик Окса. Злое. Фокс, ниги. Не знаю, когда скоро новый релиз, может, не скоро, не знаю. Очень сложно писать музыку, ребята, это... Ненавижу писать эти тексты.
пытаешься что-то написать толковое, получается какая-то херня, и все не нравится. Почему с Уфы переехал? Да в Уфе не перспективно. Не хочу ничего расчесывать. Кстати, всех поздравляю с окончанием школы. Я так предполагаю, что здесь достаточно много ребят, которые буквально на днях закончили школу. Все будущее, ребята. В буду. С чем? Что я хотел сказать? Короче, самое интересное впереди. Вот что я хотел сказать. Школа, зашибись. Наслаждайтесь этим летом. Хафиз, я уже не могу, жду прям. Артём, поздравляю тебя с выпуском из школы. Ты говоришь, в Уфе нет перспектив, а ты был в Ишимбае. Блин, справедливо на самом деле. Нет, не был. Что о ЕГЭ думаешь? Меня обычно спрашивают, что я думаю о каких-то рэперах. Не знаю, я сдавал его давно просто, ребят. Не знаю, как сейчас. Сейчас говорят, сложнее ЕГЭ. Я сдавал его 7 лет назад, если я не ошибаюсь. Было давно. Тогда мне было вообще пофиг. Я знаю, где находится Ишимбай. Ну, валите из Ишимбая в Уфу, все, что я могу сказать. Бульвар в какой класс переходит. Сильно. Я думаю, когда я доберусь до... Вот здесь вопрос. Будешь выступать на Урганте с песней «Шутка»? Когда, если я доберусь до Урганта, у меня будет более достойная песня для этого. Но хотя «Шутка» довольно хорошая песня для телевидения. Для телевидения. Что после школки делал? Поступил в универ? Не, не был в телеке. Моргенштерн, коры, респект. Из Уфы в Казань норм валить? Да, норм. Обожаю Казань. Будут цветы в Салуке. Уже есть один. Надеюсь, не первый, не последний. Ну, точнее, первый и не последний. Какую бы песню исполнил на Урганте? Не знаю, ее еще не существует. Учился на рэпера. Хафиз, тебе что, на работе делать нехуй там? Хардсноу клёво, респект. Алишер вообще респект. Нормально валят пацаны. Так. Баню за вопрос о глибасти. Ну, если третью гимназию можно назвать школой хип-хоп. Нет, не работаю. Рэп. Рэп – моя работа, ёптать. Во, смотрите, Глебаста пришел, спрашивайте его, у него вопрос. Ёп твою колотилку, салют, ёпты. Рарное дерьмо. Глебаста прямо здесь и сейчас онлайн. Глеб, что делаешь, кстати? Не жалею, что купил AirPods, мне их подарили. Не жалею, очень нравится. Глеб. Бедный. Ей шерите, Глеб свой трек.
Грибас-то захватил стрим. Не знаю, на афишу еще не звали. Ну, когда-нибудь сгоняю. Если они перестанут шутить свои дурацкие шутки эти. Тетрис супер обожаю. Здесь залетел Глеб. Ну, я не знаю, гимн Башкортостана. Гря! Ту-ту-ту! Пау-пау! Фитнулся бы с Гуфом. Ну да, это был бы угар, мне кажется. Я, типа, не очень фанат Гуфа, но, типа, был бы клево. Тестинг зашел или нет? Тестинг ASAP Rocky. Ну так. Как-то раньше мне он очень намного больше впечатлял. Типа, мне кажется, это был какой-то шок в свое время культурный от Rocky. Он в свое время перевернул вообще все, что я представлял о хип-хопе. И, типа, он один из моих любимых музыкантов. А сейчас что-то сложно, короче, как-то его слушать. Ну, мне не все, конечно. Это очень круто звучит. Ты как бы головой понимаешь, что все очень круто. Но... В итоге нету такого прям вау-эффекта, как раньше. Мне почему-то альбом Pusha T больше понравился даже, честно говоря. Изи, я не знаю, я просто кидаю его в стиралку, и оно само стирается. Тайлер, как тебе? Тайлер, отец вообще... Не, бэкстейджи со съемок клипа. Ты в курсе, что ты слезал мотив на треке «Дура» с одного уфимского чувака? Ну, расскажи мне об этом. Да, достаточно дорогой клип. Ну, не миллионы, конечно, но дорого. Яникс, бать. Ну, может, сделаем еще. У меня уже есть нимфит. Но я бы сделал что-нибудь еще вообще спокойно. Респект. Клип купился, а как он должен окупаться? Концерт в МСК 7 июня. Через неделю. Да, блин, вот мне тут пишут, кажется, мы еще не готовы к новому звучанию Рокима. Да блин, все готовы ко всему. Типа просто... Детройт Become Human, ты имеешь в виду? Этот... Типа просто... Ну, как будто не вывез, ну, типа, сам именно его флоу какой-то скучный, все скучное, типа, ну, не все, конечно. И, естественно, там есть крутые треки. Просто раньше это был какой-то вау-эффект. Я как бы музыкально понимаю, что это реально круто и все такое, но типа нет вот этого типа испытания новых звуков, там, знаешь, типа, и он как-то неорганично звучит, как будто на некоторых... Не то, что неорганично, как будто не так поет, что ли, где-то не так зачитывает, где он может круче, типа, и ты вот прям хочется классического Rocky, услышать ASAP Rocky, речь идет об ASAP Rocky, если кто не знал, в последнем его альбоме. Вот, охота что-то такого прям бау, как он валил на первом микстейпе, на первом альбоме. Вы просто в шоке, все просто такие, чё? Сейчас такого уже нет. Ну, лично у меня, не знаю, может, кто-то его впервые услышал сейчас и испытывает те же самые чувства, что я когда-то испытывал. Со скепты, да, крутой.
поет Гоку. Ну, в смысле, где? В Питере у нас, мы все вместе живем, он живет с нами. Новая игра... Дань, я еще не играл, я вот просто сейчас в Уфе, типа, я только God of War прошел, вот последний, качал еще Persona 5 себе, играю в нее, но сейчас вот я в Уфе пока что. Эй, Шубик, салют, все по кайфу, уже получше, чем раньше. В каком районе жил в Уфе? Ну, я и в центре. Так, ладно, ребята, я, наверное, сейчас сворачиваться буду. Так, поболтали и... Поболтали. Мне понравилось. В общем, я концерты. Приходите на концерты. Несложно найти о них информацию. 2 июня это Уфа. Обязательно приходите. Клуб Манкузы, бывший Манкузы. Потом будем тусить на тусовке у пацанов. Кррр. Вот. А потом у меня еще на следующей неделе концерты. Москва-Питер. А точнее Питер-Москва. Приходите тоже обязательно. Клип у меня вышел. И вообще скоро трек. И много всего интересного. Чекайте все это дерьмо. Несложно найти некоторые вещи в интернете, ребят. Копайте. Ну, давайте еще пару вопросов. Батлил бы львы на Версусе? Нет, никогда в жизни. Концерт с Айсиком. Не совсем концерт, это вот найковская тема. 16 июня, если я не ошибаюсь. Ладно, всем пока.